Небольшой сквер на улице Темника может обрести вторую жизнь. Именно здесь выбрано место под памятник жертвам политических репрессий, который планируют установить в Копейске к ноябрю. Все прекрасно знают, что город Копейск, наш город, он многонациональный, как и, собственно, многонациональна вся Россия. И вот люди эти, многих национальностей, не всегда и не добровольно приезжали в город Копейск. И вот давно витает в воздухе, витала и в мыслях людей такая идея о создании памятника этим людям, которые были в свое время репрессированы. Цель поставить этот памятник такова, чтобы наши потомки, будущие поколения помнили о тех, кто создавал, кто был у начала, у истоков этого нашего города, кто его строил. Уже подготовлен проект памятника, подсчитана стоимость его изготовления и установки. Также готова смета благоустройства прилегающей территории. Заброшенный сквер должен буквально преобразиться. Копейчане, которых опросила наша съемочная группа, поддерживают эту инициативу. Был бардак. Здесь лавочки были, всегда вот бутылки валялись. А сейчас вот вчера девчонки подметали, по-моему, здесь. Вот, и цветы посадили. Так что это. Сейчас лучше стало. Знаете, что на этом месте будет сделан памятник репрессированным? Да, я слышал об таком этой информации, ну. Достоверной информации такой не было, но я через некоторых людей слышал такое. А как вы к этому относитесь? Конечно, для репрессированных. У меня дедушка репрессированный, у меня бабушка, дедушка, их во время Великой Отечественной сюда сослали. Я за это, конечно, согласен. Я думаю, положительно будет. У меня, например, муж, это, как говорится, в этих был отправлен в детдом, и родители у них репрессированы были, забрали сначала отца, потом мать, а его 7 лет было в детдом отправлено. Как выяснилось, даже у опрошенных оказались родственники, пострадавшие от репрессий, и в городе таких немало. Поэтому увековечить память жертв и принять участие в создании памятника могут все желающие. Самое главное – это то, что не просто, чтобы кто-то субсидировал это дело и построил этот памятник, а цель такова, чтобы все жители Копейска в этом поучаствовали. Кто сколько может. Поэтому есть счет в Совете ветеранов. И каждый копейчанин, который считает, что он хочет и он может внести какую-то лепту в создание этого памятника, может на этот счет перечислить деньги с добавкой для строительства памятника жертвам политических репрессий. В данный момент открыт сбор денег на памятник жертвам политических репрессий. Перечислить свои средства можно на счет, реквизиты которого вы видите на экране.